Уходящий 2017 год – год петуха. Какими событиями он запомнился нашим горожанам? Как изменился облик областного центра в этом году? Спросим мнение жителей. Как прошел этот год? Что вам больше всего запомнилось? Я ребенка родила, сыночка. Больше всего мне запомнилось шествие памяти на 9 мая, когда шли с портретами родителей, дети, внуки и прошли через весь город. Что запомнилось в этом году? Ой, да все хорошее. Зарплату прибавили на работе, премии. Что нового в этом году было у нас в городе? Что изменилось? Ну, образ города, наверное, все-таки немножко меняется. Колесо стали строить на набережной. Я считаю, все-таки это плюс для города. А как думаете, хорошо в этом году себя вели городские власти? Ну, на этот вопрос я затрудняюсь немножечко ответить. Власть у нас немножко поменялась, поэтому я ответить пока что рановато. Ну, я думаю, получше стало и дороги, и инфраструктура, и для отдыха. Ну, много, как, скажем так, качественных мест появилось. А что пожелаете нашему городу в новом наступающем году? В новом наступающем году, ну, чтобы, скажем так, появлялись новые объекты для туризма, допустим, интересные, интерактивные, и чтобы уровень жизни горожан, как и у всей страны, в принципе, только улучшался. Побольше порядка, побольше чистоты. Что бы хотелось, чтобы не было грязи вот этой всей, чтобы снег вовремя убирали, ну и чтобы у всех было прекрасное настроение, и всем хотелось жить и радоваться. А городу пожелать мне хочется сохранить те же темпы развития, что были в этом году, а также всего самого-самого хорошего, доброго, улыбок, счастья всем жителям. Как думаете, будет ли Новый год кусаться? Ну нет, собака же не всегда она злая. Она и ласковая может быть. Да. Главное, как встретить. Скажи, как ты думаешь, прошел ли уже кризис? Конечно, нет еще. Почему ты так думаешь? Ну, смотрите, всем нужны деньги. Хоть я и работаю, все равно нуждаюсь в деньгах, потому что за квартиру приходится много платить. Плюс еще за обучение это все и остается просто прожиточным минимум. И на себя нет никаких денег уже. В городской жизни что запомнил? Ничего. Ничего. Все так печально. Даже снега мало. Почему? Ну, снега-то это я потом сделаю, вы не переживайте. Точно? Конечно. Ну, я все, говорю, да. Я же обещаю, настоящий Дед Мороз. Ну. А может быть, ты знаешь какой-нибудь новогодний стишок такой? Под настроение. Расскажешь? Давай. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, дух прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взор. Навстречу северной авроре, звездой севера явись. Появилось ли у вас уже новогоднее настроение? Немного нет, потому что нет того ощущения сказочности, ну, наверное, из-за погоды. Хотя мы стараемся выбирать любую минутку, чтобы насладиться природой, покататься на лыжах, когда снег есть. Мы в этом году уже успели покататься на лыжах. Ну что ж, надеюсь, снег у нас все-таки будет. Дед Мороз нам наколдует. Обязательно. Так что с наступающим вас! С наступающим Спасибо. Новым годом! Дорогие телезрители! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам любви, счастья и здоровья! Пусть год собаки принесет вам радость!